Очередная в районе ярмарка вакансий не просто так была проведена в коворкинг-центре. Она была приурочена ко Дню молодежи. Ярмарка организована районным ресурсным центром по работе с молодежью совместно с Центром занятости населения Бурлинского района. Каких-то определенных ограничений по условиям или подразделений по категориям нет. Всего было приглашено 30-40 организаций и учреждений. Приняло участие 16 организаций. Наиболее востребованными специалистами являются педагоги и рабочие. Приехало порядка 15-16 работодателей, организации. Пока количество участников 30, наверное, пришло, соискатели. В основном у нас востребованные профессии – это учителя требуются, там, разнорабочие в основном, водители некоторые тоже. Проблема заключается в том, что многие безработные граждане отказываются от предлагаемых позиций. К примеру, специалисты с педагогическим образованием не желают работать на селе. Водители разных категорий, рабочие, не соглашаются на заявленные позиции, называя причиной недостаточно высокую заработную плату. Кроме того, по словам специалиста, такие ярмарки проводятся и в онлайн-формате, где через видеозвонки связывают представители компаний с соискателями. В них принимало участие порядка 10 работодателей и 40-45 человек соискатели. 20 из них устроились на работу. Майя Амирова, Отепирген Карасай, Азамат Бабагужиев, телестудия Карачаганак.